Здравствуйте, уважаемые подписчики и случайные зрители моего канала. В моем автомобиле Mazda MPV довольно много дополнительной электрики, и надлежащим образом она не разведена. Где-то у меня стоит одно реле, где-то второе, где-то третье. Ну и дополнительно стоит две релюхи на вентиляторы охлаждения. И необходимо все это было собрать в кучу. И как я поступил? Я залез на AliExpress и нашел вот такой вот девайс. Это коробка блок реле. При том, что цена на этот блок реле довольно вкусная. Всего 600 рублей. Многие из вас сейчас начнут троллить и говорить, что можно было сходить на разборку, там найти за 100, за 200 рублей, а то есть японского автомобиля снять. Нет, я хочу поступить именно так. Взял новую деталь, и именно с ней будем работать полностью по электрике. Сводить все свои провода в одно целое, все релюхи в одном месте. Обратите внимание на это девайс. Он недорогой, в нем есть полностью комплектные все коннекторы, которые нужно подключать. При том, что часть из них обмедненные. Так что рекомендую, ссылочку оставлю в описании. Как установлю этот девайс, так сделаю отдельный обзор. Обратите внимание, что этот девайс для 6 реле довольно компактный, с креплениями, очень качественно сделан, литье просто замечательное. Имеются крепления как самой крышки, так и внешней крышки. Крепится довольно-таки крепко все это дело. Со своего места оно точно не спрыгнет. Компактный, будет где разместить провода, и найдем куда под капот поместить этот интересный девайс. В ближайшее время буду работать и перебирать отверстия, все зачищено, все красиво. На Алишке вы найдете этот девайс от стоимости где-то от 600 до 800 рублей, кому как повезет. Открывается очень плотненько. Ну, еще раз обратите внимание на количество всех коннекторов, которые необходимы. Все, всем пока, до новых встреч!